город солдатской славы Волгоград. Пост номер один у Вечного огня на Аллее Героев. Он был установлен 27 апреля 1966 года, ровно 10 лет назад. Леонид Ильич Брежнев прислал юным часовым личный дар – портрет военных лет с автографом. Десятилетие поста отмечалось как городской праздник. В этот юбилейный день в почетный караул рядом со школьниками встали ветераны труда и войны.